Одессы и города. Я в убогой семье родился, в Горемыкая лет 15 на кирпичный завод нанялся. Было трудно мне время первое, но зато проработавший год за веселый гул, за кирпичики полюбил я кирпичный завод. Было трудно мне время первое, но зато проработавший год за веселый гул, за кирпичики полюбил я кирпичный завод. На заводе том краю встретил я, лишь бывало заслышу гудок, руки вымою и лечу я к ней, мастерскую в условный гудок. Каждую ноченьку мы встречались, где кирпич образует прокол. Вот за кралю ту, за кирпичики полюбил я кирпичный завод. Каждую ноченьку мы встречались, где кирпич образует прокол. Вот за кралю ту, за кирпичики полюбил я одесский завод.